Ты услышала красивое слово «эго» и влюбилась в него. Ты услышала красивое слово «Наташа» и влюбилась в нее. И срослась. Ты влюбилась в любимое слово «папа». И тоже влюбилась и срослась. Ты влюбилась в любимое слово «плохие люди». Тоже срослась с ним. Ты услышала слово, а сколько живут люди в среднем. Тоже с ним срослась, с этим словом. Ты срослась уже со словом «война». Ты срослась уже со словом «убийца». Чтобы отделиться, нужно учиться любить. Да. Учиться любить и видеть. Если ты хочешь научиться любить, ты должна понимать, что ты счастлива, ты радостной становишься. От этой любви, когда ты начинаешь любить кого-то или что-то, ты увидишь, какое у тебя будет настроение появляться от любви чего-то. От ненависти чего-то, ты видишь, какое у тебя настроение. Уже знаешь это. Точно так же ты очень легко будешь отличать свое состояние, в каком ты состоянии находишься. В ненависти или в любви. А это состояние у тебя появится, если ты начнешь любить. Учиться. Потому что ты не знаешь, что такое любовь.